Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про новых монстров, которые скоро появятся в игре «Мои поющие монстры». Первый из них — это эпический Карабас на острове воды. Если посмотреть, когда выходили другие его версии, то можно понять, что они выходили после ивента, то есть его стоит ждать, когда закончится Пасха. Также после ивента выйдет новый монстр на сезонной хижине. Следующий монстр, который скоро появится, это эпическая Жеода. Она, скорее всего, появится 13 апреля в 23 часа по МСК, как и новые янтарные монстры. И последние, самые интересные монстры — это новые мифические. Они появятся на островах Холода, Воды и Земли. Их придумают фанаты, которые заплатили 10 500 долларов на кикстартере настольной игры. Пока неизвестно, когда они выйдут, но 12 апреля будет стрим, где разработчики будут рисовать декорации, скины и монстров, за которых заплатили фанаты, ссылка на него будет в описании. Это все монстры, которые скоро выйдут. Если информация оказалась для вас полезной, то поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить еще видео.